Этот многофункциональный нож для зачистки кабеля позволит вам быстро и без особого труда снять изоляцию с краев и середины провода. Принцип работы ножа очень простой. Вставляем кабель, круговым движением ножа делаем поперечный надрез, а продольным разрезаем изоляцию по длине. Лезвие ножа регулируется в зависимости от диаметра кабеля и толщины изоленты. Также сверху имеется два дополнительных лезвия – кривое, чтобы дорезать изоляцию, и прямое служит как дополнительный нож. По-моему, отличная вещь для электрика.